conscience, crois-moi. Calme-toi, voyons. Nous allons bien trouver une solution. Quelque chose les achète. Aucun respect. Patience, l'ami. Ravi de vous voir. J'en ai pas. Сделал. Мой бедный Александр. Прихожу каждый день сверить часы. Видел молодого человека. Он там, с букетом цветов. А потом бах! Представьте, какая досада. Но я заметил, что пушка-то обычно направлена в другую сторону. Красавчик! А, убийство! Мне право же жаль мальчишку, но... Что за зрелище? Его насквозь продырявило! Я знаю, кто может помочь. Сержант Сен-Бри. Это он заряжает пушку по утрам. Он в кафе «Февраль», столик у окна. Вчера ночью я открыл глаза на минутку и увидел, что у пушки кто-то возится. А потом поковылял прочь. Ну, я и уснул себе.
Он ждал меня. Я пришла ровно в полдень, и тут выстрелила эта пушка. Он был убит мгновенно. Мы не так хорошо знакомы, но вряд ли у него были враги. Придумал эту пушку. Гениальное изобретение. Убийство — это неприятно, но теперь о моем изобретении узнают. Мой гений служит на благо людям. Оно не для того, чтобы дырявить прохожих. Сюда частенько прихожу. И сегодня утром тут был. Тогда ты и видел, что сержант не один. И как ни странно, его собеседника я тоже узнал. Служил под его командой. Полковник де Флуруа. К слову, я вспомнил, что в армии знал этого человека. Не помню по имени, но кажется, он стал ученым. Он работает в колледже четырех наций. Вот черт, я все пропустил. С другой стороны, все было как всегда. Не считая того старого хромого полковника, что пришел утром. Пил кофе с сержантом. Похоже, они старые друзья. Я сержант Сен-Бри. Ветеран корсиканской компании. Мне тут не до шуток, юноша. Мой долг каждое утро заряжать эту пушку. Но я заряжаю ее обрывками бумаги. Бумагой! Мухи не убьет. И вчера все было так же. Оставь меня. Thank you.
Подождите! Я все понял! Я ничего вам не скажу! Не могу взять в толк. J'appelle la garde. La garde arrivera sur le champ et vous amènera. J'appelle la garde pour que vous repartiez. Vous venez me voler? Je n'ai rien.
J'espère qu'il ne va pas voir ma femme. Приветствую, гражданин. Увы, мы больше не принимаем заявки на конкурс. Но вы можете пожертвовать деньги на благо революции. Подпишитесь тут. La boulangerie des Marais cherche une nouvelle aide. Les candidats devront aimer passionnément. Avoir de bonnes mains, aimer travailler la nuit et n'avoir peur de rien. Мне не до болтовни. Адресуйте эти вопросы моим помощникам. La guinguette de Marlowe vous invite à une soirée de danse. La taverne Rouget a le plaisir d'annoncer que son prix de consommation de bière... Кто бы вы ни был, но говорите с гражданином Фролуа почтительно. Он ветеран корсиканской компании, и он столь же бравый солдат, сколь искусный инженер. Большой знаток в области химии и взрывов. Menace de perdre fer, arrêtez-vous chez le ferrant Gingras. Un service rapide, un prix honnête et une garantie de 3 mois font de Gingras le meilleur choix. Au service de Paris depuis 1642. On rapporte de nouvelles pénuries de grains dans la région de la capitale. Nous demandons aux citoyens de garder leur calme et d'attendre que les autorités fassent leur travail. Fomenter des troubles ne fera pas pousser le blé plus vite. Thank you.
Français cherchent un nouvel air. Les candidats devront aimer passionnément le pain, avoir de bonnes mains. À Saint-Germain, pour la dernière mode pédestre. Мне не до болтовни. Адресуйте эти вопросы моим помощникам. Досадная ошибка. Я только хотел сорвать его эксперимент. Но я же величайший ученый. Даже этот план был гениален. Досадная ошибка. Я только хотел сорвать его эксперимент. Но я же величайший ученый. Даже этот план был гениален. Да тут любой дурак справился бы. Тоже мне дело. Но оружие можешь взять.